В Центре творчества детей и молодежи Солигорского района на праздничном концерте ко Дню Матери в числе приглашенных женщины удостоены высокой государственной награды – Ордена Матери. Им награждают за рождение и воспитание 5 и более детей, а также активисты первичной Солигорской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин». Профессия мамы – сложная профессия. Это и разбитые колени. Это и хозяйство, это и бессонные ночи, это и радости, и какие-то печали, огорчения вместе со своими детьми. Но можно твердо сказать одно, что это материнский подвиг. А некоторые мамы достойны большего, большого уважения за свой материнский подвиг, когда становятся многодетными мамами. И мне очень приятно сегодня в зале видеть многодетных матерей. Многие из них награждены орденом матери. Чествовали в этот день солигорчанок, удостоенных в этом году Ордена Матери. Главным героиням праздника вручили памятные подарки – книги, фотоальбомы, светлый облик солигорщины. И, конечно, им преподнесли цветы и наградили восторженными аплодисментами. Хочу пожелать первое вам здоровья крепкого, терпения. И не пугайтесь, когда у вас много детей, их не бывает много. Это с каждым ребенком, это счастье. Поэтому счастья вам и здоровья. Профессия мамы объединяет женщин разных возрастов. В преддверии праздника Белорусский союз женщин поздравил Ольгу Томашевскую из агрогородка Кривичи. Ей уже исполнилось 102 года. Ее по праву можно назвать самой мудрой мамой Солигорского района. Во Дворце культуры также чествовали матерей. Им посвятили праздничный концерт «Загляните в мамины глаза». На нем поздравляли не только мам, но и всех людей, которым выпало огромное счастье родиться на этой земле и быть чьими-то детьми. Всех собравшихся в зале поздравил протоиерей отец Дмитрий, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы деревни Чижевичи. Он пожелал мира, терпения, крепости душевной и телесной. Музыкальные, поэтические, танцевальные поздравления любящим и заботливым мамам и бабушкам подарили самодеятельные артисты. Яркие, зажигательные, порой проникновенные номера творческих коллективов Дворца культуры порадовали не только мамины глаза, но и согрели сердца всех собравшихся в зале. На этом праздничный вечер не закончился. В фойе началась танцевально-развлекательная программа.